Привет всем подписчикам. Ну что, ребят, мотоциклетная тема закрыта до сентября. Сейчас я нахожусь в море. Идем, значит, берегов Норвегии. В порт Ставанджер. Приходим завтра после обеда. И мне вот пришла идея, почему бы не поснимать ролики по расхождению с судами. Какие-то ситуации более интересные. Как поступать, куда маневрировать. Я думаю, многим будет интересно. Вот. Сейчас, значит, у нас время 2 часа ночи. Ну, выйду, покажу вообще, как выглядит ночное море. Примерно. Конечно, камера не покажет всей прелести. Но примерно вы увидите. В неоновых лампочках. Ну, через часа полтора, наверное, будет уже светать. Ну все, возвращаемся на мостик. Вообще обзор у меня есть по прошлому судну. Кому интересно, заходите, на канале есть. У меня все расписано по плейлистам. Мототема, автотема и также морские суда, порты. Все там найдете. Вот. Вот, значит, у нас электронная карта. Ну, вот зеленая, соответственно, кто не знает, да, это у нас суда, которые движутся. Все они, конечно, идут по своим направлениям. Вот. Ну, здесь ничего такого сложного нет. Вот. Единственное, допустим, в данном случае нас обгоняет вот это судно. Грузовое, кстати, так говоря, тоже с нашей компанией. У него скорость на 2 узла больше. То есть в данном случае мы идем своим курсом. Допустим, нам до следующего поворота получается 47 минут. Вот время, да, 47 минут мы видим, пишет, до следующей точки поворота. А с ним расхождение у нас, ну, тоже примерно так же, чуть поменьше, 45 минут. Также мы видим здесь, да. Ну, соответственно, нам придется немножко пройти дальше, не изменяя курса, так как он обгоняет нас справа, мы не имеем права по правилам поворачивать в его сторону. Мы должны следовать одним и тем же курсом, пока он нас не обгонит. Вот. Ну, как-то вот так выглядит, да? Первая ситуация, которую самая простейшая, это правило обгона. Нужно выполнять всегда, ни в коем случае не поворачивать в сторону обгоняющего судна, в сторону судна, которое тебя обгоняет. Вот. И даже если ты прямо уверен, что никого сзади нет, а тебе нужно поворачивать, все равно перепроверяйте, смотрите там в оба. Главное, лучше удостовериться лишний раз для надежности. Потому что нельзя ошибаться в этом деле, потому что здесь любая ошибка может стоить больших хлопот как для вас, так и для компании, ну и для экипажа тоже. Все, ребят, смотрим, значит, дальше. Ролик такой вступительный, потом буду уже пользоваться другой камерой, буду стараться темы расхождений с судами разбирать именно
днем, чтобы было более наглядно видно. Хотя и ночью по огонькам тоже посмотреть интересно. Все, пока.